Уважаемые тренеры, представители команд, уважаемые ветераны, которые присутствуют в зале. На самом деле мы сегодня чествуем именно элиту тюменского спорта, лучших спортсменов, которые в силу проявления своих высших, как физических, так и психологических, так и социальных качеств, показывают именно уровень развития спорта в городе Тюмени. Именно тот уровень подготовки спортсменов и тот уровень тренерской квалификации, благодаря которому мы достигаем, вы достигаете спортивных вершин. На всех просторах области Тюмени связала нас спортивная судьба. С какой бы мы ни были параллели, нам нужен спорт и нам нужна борьба. На старт выходят судьи и спортсмены, а тренерам с блокнотом воевать. Забиты все трибуны и арены, горит огонь и можно начинать. Тюменский спорт, отвага, мужество, и сил тебе не занимать. Тюменский спорт, людей содружество, с тобой мне жить и побеждать. Тюменский спорт, людей содружество, с тобой мне жить и побеждать. Мы помним все твои спартакиады и чемпионов знаем имена. У нас есть олимпийские награды, гордится чемпионами страна. Носкова, Чебоксаров и Ожогин, о многих мы еще, друзья, споем. Каким бы ни был в жизни путь жестоким, со спортом никогда не пропадем. Тюменский спорт, отвага, мужество, и сил тебе не занимать. Тюменский спорт, людей содружество, с тобой мне жить и побеждать. Тюменский спорт, людей содружество, с тобой мне жить и побеждать.